Playing offlane is this. This is playing offlane, guys. Okay, you see my keyboard and my dope ass Itachi mouse pad? Yo, let's go. Okay, so you do this, then you take your head and you just do this. And there you go. Медали? Или что? Что им дают? Шапки? Это тюбетейка же, нет? Тюбетейка. Офигеть. Ксенкью счастлив! Тюбетейку подарили. Она ему идет, кстати. Ой, какие же герои тут играют. Моим друзьям Стейси недавно исполнилось целых 7 лет. И хоть день рождения у них, именно ты заходи получать подарки. Залетай в джекпот и принимай участие в грандиозном розыгрыше. Вытекай специальные сокровищницы, чтобы получить сразу несколько побед. А затем задуй праздничную свечу, чтобы разблокировать самые лучшие сокровищницы этого дня рождения. Ведь все это доступно только до 6 марта. Поэтому переходи на сайт, вводи промокод и получай 15% бонусы к пополнению и еще одну бесплатную трежерку, пока день рождения не закончился. Так что заходи. Ну, они должны были меня позвать. То есть там настолько все плохо, что я сижу и жду. Они все садятся в автобус и без меня уезжают. Лина. Мне пришлось такси вызвать, за ними поехать. Это ладно. Они знают вообще, кто ты? Я сижу в шоке, спрашиваю, что мне делать. Я тут сижу, я говорю, 5 минут жду, если вы меня не забираете, я иду обратно в номере, я не буду никуда идти. И со мной рядом сидит какой-то чувак, ему лет 15. Кем-то он там работает на этом турнире. Он сидит передо мной, я в телефоне сижу, он на меня смотрит, он такой... Минут 5 мы вот так сидим, он мне говорит... Извините, а вы не волнуетесь? Спрашивает. Типа, я говорю, нет, а что такое? Да так, говорю, типа, ребят, без тебя уехали, я на вас смотрю, он еще на вы со мной разговаривает. Вы так сидите, печальные. Я думал, вы волнуетесь, может вам помочь чем-то. Такой милый парень. Понял, там организация на таком уровне. Ха-ха-ха-ха-ха. Братишка, я тебя наебал. Надо было дузу брать. Но я знал, что он подумает, что я возьму дузу, поэтому я взял антимага. По-моему, на тебя бегут. Го-го-го-го-го! Я их выебал, я их выебал. Дуза бай, дуза бай. Дузу, 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 парни, дузу, дузу! Думаешь, я просто так это оставлю, хуй? Откорж, да дай тычку еще, еб. Да иди нахуй, мисс Клик. Ты за собой следи. Прятался. Вернулся. Ой-ой-ой, Пав, как отлично сыграно! Господи, Пав! Что вытворил? Да ладно! Убьет Дума здесь! Уворованный Дум по Войду! Да что вы делаете? Как это красиво сыграно! Убьют Войда! Что творится, что делается здесь? Ладайн тоже погибает. Ультра-килл для Пава. О, мой бог. I can't fucking cut the tree. What the fuck? What did I even cut? What the fuck did I even cut? I cut... Just so. A midsummer night. Если бы вы видели, что только что произошло... Ой, я приболел, парни, сори. Короче, чем больше я смотрю нынешнюю доту, тем больше я прихожу к тому, что суппорт — самая важная позиция в доте сейчас. И попробуйте со мной поспорить. Остальные позиции максимально проще. Ну, в плане игры. Опять же, возвращаясь к одной из моих любимых поговорок, что стадо баранов под предводительством льва всегда будет сильнее стада львов под предводительством баранов.
Если у тебя два потных сапа и три средних хора, ты будешь в среднем выигрывать намного больше, чем три хороших хора с двумя лоу-скиллами на сапах. Я уверен в этом вообще на 100%. Чё, блядь? Сбор, секунда. Да это... Ух ты, ДК. Ни хрена себе. Нах. А потом без ульты. Ща я РП худам. Ты где? Ну, я ждал, пока там скиллы эти. Блин. Я лечу, у меня палец есть. Давай стан.